А что о ней говорить? Все, все видели. В общем-то, ожидаемо, что хозяева имели преимущество территориальное, но оно еще не гарантирует успех. В принципе, я не могу сказать, что мы плохо играли, нормально. В части игровых ситуаций ребята действовали. Непонятная ситуация с эпизодом, то ли взятием, то ли не взятием ворот. Вот. Она таким образом произошла, что серьезно, я думаю, оказало влияние психологическое на ход игры. Когда мяч сначала определяется вне игры, потом засчитывается, это, ну, наверное, нас в какой-то степени все-таки, ну, не выбило, так скажем, из колеи какой-то, но в определенной степени повлияло. Игроки, они ж многие понимают, что... Да и вообще всегда бывает, да, даже когда более благоприятный вариант сменяется менее, то есть засчитанный гол, это психологически серьезным образом влияет. Лучше бы сразу засчитали тогда. Вопрос, коллеги. Сергей Григорьевич, с чем связано то, что вы очень поздно начали проводить все замены? Да не было больших оснований кого-то менять ранее. Вот, я не могу сказать, что кто-то выпадал. Вот, и замены ради замен делать не вижу смысла.